Организаторы престижного музыкального конкурса Евровидение 2013 24 декабря сообщили, что от участия отказались Босния и Герцеговина, Португалия, Турция и Словакия. Ранее СМИ сообщали, что на конкурсе вокалистов не будет представителей Греции, переживающей финансовый кризис. Однако Греция опровергла эти сообщения. В конкурсе Евровидение 2013 примет участие Армения. Напомним, Евровидение 2013 пройдет с 14 по 17 мая 2013 года в шведском городе Мальме.